Всем ни бага, ни лага, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами Иван Пират. Всем Иван привет. Пират Иванушка. Да постой. Пиратушки Интернешнл. Вульфирин Виталий. Убивают, бляха, муха. И Скиф. Всем привет. Всем привет. Да. Мы продолжаем играть в Don't Starve Together с модификацией на поднятие пещер. Уйди, это наверх. Все мое. Как-то так. Да я, при чем здесь твое, не твое, блин? Тут лягухи бесчинствуют, ты видишь же. Так. Я так и не сделал то, что хотел Ура! Сделать. Ура! Блин. О, я тут опять нашел поляну из грибов, которые ныкаются, эти синие. Ох, у нас тут цветов. Грибы. Так, ребят, так, стоп, недалеко от нашего дома есть опять механическая эта ладья бегающая, так что поаккуратнее. Да жесть, она прошлую группу почти всех победила. Это лаги всех победили. А ну, победили. Отойди. С холодильника отбегай. О, зеленые грибы, отлично. Зеленые грибы? Отошел. Отошел, подошел, да, это... О, я, кажись, поселение свинейное нашел. Тут опять пчела у нас бичует. Ну ладно. Бичуем. Так, или да я нет, просто... только что села птица. Не тебя? Окей. Да. В квартире? Это ли не годует? А что, форточку забыл закрыть и все? Оп. Хей, ла-ла-лей. Оп, и голова белая, да? Оп, ла-ла-лей. Птица обстрела, огугей. Черт, долбанный паук следует. Снова я с вами. В общем, что это за рок-концерт тут у нас? Концерт по заявкам. Что это было? Что это было? Что куда это? Ты девался? Так у меня это, скайп, короче, захотел и вырубился. Он у тебя раздеватель, да? Он с интеллектуальным управлением, он просто думает, что совсем бред нести, он отключает его. Как можно. Травмировать психику. Хороший скайп. Он берегет владельца, да? Да. Берегиня. Так. Берегун. Надо лопату, короче, крафтануть, и сейчас мы... Блин, палочек нет. Крафтани. Женя. Да. И я не по палкам делал мастер, так что... Нет, у моей лопаты лицо. Виталий, у всех лопат лицо. Ну, посмотри, лопаты — это личность, я в курсе, Виталий. Нет, они странные. Они нормальные, он так говорит. Лопата оно не с такой, лицом, она действительно странная. Ты присмотрись, у него прям на лице написано. Погладь меня. Ну давай. Давай. Ну погладь. Да черт, сколько пауков. Странное лицо. Нормальное я лицо, погладь меня. Ты не пожалеешь. О, Женя, мой. Тебя я гладить не буду. Погладь меня. Ну погладь меня. Так. Ну лопата норм. В плане. Норм. Это превращается уже не в Don't Starve. Уже не Don't Starve. Уже не Don't Starve, да. Есть, нормально. Уже не торт. Иди бомбуй. У меня есть торт. Кому торта? Где у тебя есть? Давай. Открываем рта, да? Открываем рта. Накидаю торта. Не тортик, ну извольте. Ну попёрло вас всё, блин. Это да. Так. Ночь наступила. Ты где амулет бич нашёл? Бич. Амулет бич. Бич сосёт кирпич. А я стою у костра. И смотрю на костра. Кирпич принести? Чё, горящие пауки в лесу. А это новый вид пауков. Это называется Пуканиус бомбитикус. Так. Называется фигово тут. Тут может немного... О, господи! Лес загорелся. Не бойся просто. Меня, я сам себя боюсь. Если что, я тут с факелом не бегал. Ты не Вуди, понял? Убери свои мохнатые лапы. А, вот тут же амулет лежит. Сакура. Бабка лес. Сама палки ищет. Молодежь пошла, палок не допросишься. Пойду наковыряю сама. Джейка мне тут рюкзак подогналась со шлемом. Виталя. Там жопок этих, как я не знаю чего. Иди сделай себе, вот ну наглёшь вообще в последней степени. А нифиг бобра превращаться. Слушайте, библиотекарям тоже нужна еда. Вы что, не знали? О, да. Это поворот. Книжки жуй. Стоп, это что, вешалка что ли? О, лягушка. А ну кто-то еды мне отдашь? Делайте там. Кого? Флешку, какую флешку? Забирай. Так, стоп, где наш... где наша база? Знаешь, Жень, мне этот амулет напоминает, знаешь что? Помнишь, Иван Васильевич меняет профессию? No. Царь-то не настоящий! Когда амулетом зарядили. Куда пошел? Тефтель. Я мамонта искать.
Я с тобой. Мясо-то надо. Надо. Ой, эти глюки, как же они бесят. Ешь грибы в лесу сырые. Поэтому надо жить у Скива. Жизнь со Скивом хороша. Это вообще какая, где тут связь просто вообще? Ну, Виталий, видать, жил с тобой, я не знаю, может, у вас общая квартира. Конечно, он. Он вот. В ванной сидит. Ну вы же вместе на севере живете, так что все. На севере, ну на одной горе. Вы же там сибирасты или как там у вас называется это? What? Ну, ваша оргия или как это? Кто? Ну, нет, да, ну ладно. Подожди, полуостровник. Ну хотя бы да. Зато меня водичка омывает тут. Водичка, а где там снега? Где там этот унитаз под, как его там? С турбонаддувом. Ну-ну, приедешь ты в черный унитаз. Омывает там что-то ему. Омывает. На пляжу полежу. Ох уж эти лаги. Ох уж эти лаги. Ну что ж они так лагают? Пират, ты, я понимаю, что торрент наш и все, но отключай, и не будет лагов. Ага, блин, долбаные пауки, не начались, могу убить. И начались просто трололо, я не знаю. Они не заканчивались. А, он меня на 10 километров вперед бьет. What the fuck? Так, я нашел. Это ты цветочки подобрал, Виталий? И что это там? Пыльца там. Он съел. Говнюк. Ты про уруру? О, ура! Ура! Паутинку надо? Надо, надо. Говнюк. Сам такой. Паутинку надо? У нас какой вообще, по сути, план действий-то? Есть какой-то? Никакого. Нет? Я всегда пытаюсь выяснить, потому что вдруг есть. У нас его нет. Просто признай это и все. Короче, на завтра в библиотеку по палочке принесли. Палочки? Чего? И все нормально. Что тебе еще там принесли? Слушай, что-то неудовлетворенная бабуля какая-то нам попалась. Вообще капец. Там просто книги за палки идут. Книги за палки? Это... О, это как она их в трубочку сворачивает, что ли? Нифига тут просто. Тут у свиней, короче, роща просто. Тут и морковки, я не знаю, можно утыкаться. Я кусты. Слушайте, а пауков убивать или нет? Тут есть еще одно гнездо. Мы сейчас около тут. Сейчас я еды, короче, кучу просто надо буду. Хорошо, а я кусты дам. Кусты надо выкопать, а лопату не умею сделать. Видите, где я? Посмотрите. Есть, я копаю кусты. Там... О, отлично. Нифига, ребят, слушайте, у нас тут червоточина возле дома, которая ведет прямо к паукам. Шикарно. Так, ты где? Тут есть еще одна червоточина, которая ведет... Женя, куда ты убежал, непонятно. Женя, ты где? Ты куда ушел? Посмотри по карте. А ну подошел. Я не смотрю, где ты по карте. Посмотри. Куда ушел? Ну как будто подошел. Подошел и сказал. Посмотри. А что можно приготовить? Есть два гриба, мясо монстра. И что еще туда положить, чтобы оно приготовилось? А что еще есть? О, что хочешь, то и суй. Есть еще одно мясо монстра и лягушачьи лапки. Лягушачьи лапки можешь кинуть. А если мясо монстра? Кебаб там. А, получится... сэндвич из лягушки. Это норм? Нет, нормально. Ну так, нет, уже лучше, чем ничего. Да. Ну ладно. Или можешь сделать монстр лазанью для выбора. Для выбора, конечно. Ну а чё, ему норм будет. А у меня-то сейчас я умру. Морковку просто. А я нашел кучу ягод, мне норм. И 14 ягод. 14? Что-то как слабовато. 31 морковка. Молодец. А я ягод сейчас притащу хреновую тучу, плюс еще кустов. Да. А я не нарыл, там ягодные кусты есть эти. А вот я нарыл. Ты нарыл? Да. Это что за разновидность? Нарыл. Это как нарвал, только нарыл. Нарвал, свиминный оушен. А зачем мне эти папирусы? Мне они надо, можно выбросить их. Книги вообще-то делать, ну так-то ладно. Зачем книги делать? Ну, у бабки прикол в том, что она книги делает. А тебе наша база, я забыл. О, класс, у нас тут база. Ну, библиотеку сдает. Нет, ну там крутые эффекты разные. Там очень крутые. Щупальца она может делать. Щупальца, да. Птицы созываешь. Птицы созываешь. Просто птицы садятся на пол и все. Можно ловушек понаставить, кстати говоря, вокруг тебя, и ты птиц вызовешь и их поймать. Мне нужен навоз. Можно растить быстро. Не надо делать книгу птиц всего мира. Слышишь? Не надо делать птиц всего мира. Как по мне, не очень. Книжка. Я практическое садоводство. Если садоводство поможет, если мы кучу грядок наделаем, то там мгновенно даже зимой растить можно. И улучшим их.
Да, но и зимой можно просто вот растить мгновенно. Зарыл, тут же вырастил. Зарыл. Но только рассудка много требуется. Кто-то нарыл, кто-то зарыл. Киев. Кто-то нарвал. Ты что? Кто-то взорвал. Давайте готовьте еду. У меня это в животе бурчит. Бабка так, только сидит и жрет. На, я тебе еды отдам, в холодильник просто поскидываешь. Что-то какие-то. Нифига, что ты протухший-то привез? Ну, что надо был, то и принес. Протухший. Женя. Надо еще один этот казан нам отводим на мало. Селитры, что там мало. Есть уголь у кого? Надо еще казан. Нет. Уголь, есть три угля у меня есть. Ну, три посмотри, угля. Что надо на казан. Надо казан. Три угля. На казан угля. Надо шесть угля. О, сэндвич из лягушки, опять же. Сэндвич из лягушки. Да, на казан надо шесть угля. А фиг знает, еще давайте. Еще три угля надо. Жги. Иди добыть. Иди же. Окей. Бабуля, давай жги. Я это люблю. Пара-па-па-па. Вот что я люблю, да? Так, палочки. Блин, сколько я бегаю, ни одного следа этого не нашел. Мамонта. Мамонта-то я один видел, но... У меня топор нет. А всего четвертый день. И что? Что это? А, ты думаешь, это дает право мне появляться? Ну... Ебать, коловратий. Сейчас, собаки на какой день уже забыл? Седьмой. На восьмой. Седьмой, восьмой. Семь бывает на десятый. Бывает на двенадцатый приходит. Seven days to die. Да. Монстр лазанья, но... А, это... Ту, блин. Эй, дайте мне что-то покушать. Я сейчас сдохну. Не давай ему ничего. Ну, ладно. Не давай ему ничего, пока я не приду. Я проверю, что он ест, да, такой? Да-да-да. Я буду смотреть, как он ест. Смысл? Извращенец. Просто фетиш такой. А смотреть, как люди едят. Тут есть все, кроме мяса. Ой. Мясо? Мясо. Я люблю мясо. Где мое мясо? А я люблю редиски. Да, я слышал песню, которую ты пел про редисок, ну ладно. Не завидуй. Если завидуешь, то завидуй молча. Почему сразу завидуешь? Я что-то остырил. Че сразу завидуешь, потом завидуешь, да? Так, все, еще у нас 50 ягод. Ходил, не завидовал тут раз, резко позавидовал. 50! Кстати, где это сажать? Это так мало. Кусты. Кусты куда сажать? Пошел бифало валить, вот что я понял. А где ты их хочешь, нашел? Там сажай, я так понял. А в правом верхнем где-то месте. Походу, меня никто не слышит, ну ладно. Где видишь, туда слышу. И сажай. Ты удивляешься, сколько ягод? Нет, он про сажать говорит уже. Это устарелая говорит. Информация. Скип у тебя. Малость, да. Совсем чуть-чуть. Ладно. Смотрите, на что похожи два казанка и два холодильника. Они похожи на два казанка и два холодильника. Нет, ну ладно. Пам-парам-пам. Так, тут надо пеньки повыкопать. Кто не это не вырыл? Да я был бобром. Жека. Кого тебе? Что там тебе вырыл? Ты был. Тебе таджиков привезти? Я когда-то был очень волосат и зубаст. А теперь я просто Вуди. Просто Жека. Пошел так, пару бифов обольнул. Я так понимаю, нам палатку надо скрафтить. Ну да, а ты спать не можешь, ололо. Палатка, надо еще две паутинки, четыре палочки. Ты зачем сказал об этом вообще? И три нитки. Ты спать не можешь. А мне пофигу, я вам скрафчу. Вот, видишь. Человек искренне старается нам помочь. Если ты оставишь три паутины дома, то я сделаю нам палатку. Потому что у меня с собой три паутины. Фак, я оставил дома. В среднем сундуке. У меня на бороде паутина. Брейси. Не, серьезно, брейси. Так, надо... Паутина нужна. Это... Да, это полезно. Только правда ее мало будет, лучше подождать, не? Да, ну нет разницы. Ну подожди. О, нифига, надо удобрение откуда-то достать. А, пират, иди сюда, сруби вот эти два дерева, пожалуйста. А, хотя у меня так, тоже. По-моему, пять. Раз, два, три, четыре, пять. У меня да, лучше 5. Топор, нет, мой дерево. Руби. Мой топор просто лучше. Срубите, они тут мешаются. У меня лучше. У меня лучше. Да пофигу, какая разница. Долбанный. У тебя просто золотой, а у меня лучше. У меня Люси. Золотой. Люси. У тебя Люся. Люся. С хвостофеей. Люся, я на тебе не женюся. Ну, Евгеньевич, это уже ваше дело. На ком вы там жениться собрались? Ну не на топор же. Кусок бревна с медалом. Ну, знаешь, у всех свои вкусы. Я не хочу, чтобы моя жена была бревном.
В данном случае это не бревно, а палка, ну ладно. Ну, не я по палкам мастер, так что... А, ну, пират. Мне нужно больше палок. И знаешь, так, сейчас показывается картинка пирата, и внизу пират, эксперт по палкам, там, палочный эксперт. Мнение эксперта по палкам. Вы знаете, я давно занимаюсь палками разными, там, делаю их, там, принимаю. Знаю все их разновидности, да. Бывают палки маленькие, короткие, длинные. Иногда, вы знаете, такая палочка вроде не так, ну, так себе, а вроде такая вот, как бы, и классная. Ничего себе, ничего тогда. Вот это фантазеры. Они еще разного цвета и размера бывают, и формы. Скиф, может быть, говнеца принесешь, не? Я бифало валю. Эксперт по говну. Какого бифало валю там? Скиф, эксперт. Там бифало валит, нам говно нужно бифало валить. Я из них пытаюсь вытряхнуть. Не получается. Как Халк из Локи. Да я там. Повелитель, я бог. Да я. Комплекта, Евгений, от боекомплекта. Так, ладно, еще от третьего бифала. О, а тут пауки есть. Возле базы у нас там пауков не уничтожайте, оставьте их. Почему? Потому что вообще-то... Фармить паутину будем. Потому что гладиолус. И не только паутину. О, я нашел это. Где можно фармить лягушачьи ножки. Говно, тащите на базу. А что ты хочешь сделать? Сам. Я хочу удобрить кусты, которые насадил тут. Насадист? Сам поешь побольше их под кусты. В этом я не эксперт, простите. Да, нелогично, что в игре нельзя какулить. Какулить? Я вам накакулил тут где-то. Я вызываю вас на дуэль. На какули дуэль. Это просто игра. Эта игра сразу в симулятор превратится этого дела, потому что все будут по сети бегать и гадить на карте. Начнутся это какульные турниры. Да, там. Какулист года, да. А сегодня победитель... Женя Дрожжи. Ты знаешь, если... Уже восьмой раз. Если бы это был я, Виталя, ты бы утонул. Восьмикратный чемпион мира. Женя, вы себя переоцениваете. Нет, Виталя, ради тебя таким делом я готов засрать. Пират, ты что делаешь? Пират, что ты творишь? Ты мне скажи, пожалуйста, что ты пытаешься сделать? Я мясо добываю. Чуть не ясно. Ну чуть и не ясно-то. Непонятный, Виталий. Ок. Кого там прет? Меня. Чё, я по-другому не умею. Извини, что я не про. Кто тут пней понаставлял? Что за говно? Можно наставлять пни. Ну блин, Женя, посмотри, у нас полбазы в пнях. О, дождик. Я бегу по лужам. Надо паутина, чтобы сделать нам эти зонты. Зонты. Так, я собрал 9 говна. Как 9, оно? Навоз. Зоновато будет. Зонт. Я пытаюсь пифола расшевелить. А я ищу зонт. Ты там выживание. Массаж животика сделаешь. Свет выживания. Я пытался копьем, они дохнут. Пропеллер. Не туда сувал. Если он туда засунет этот пропеллер, то там получится мясорубка. Да, надо две получить. Вообще говнорубка получится. Скиф, ты же несешь говно, да? Да, это бывает. Значит, ты говнонос? Ты же говнонос. Не несешь херню. Ну я ж не хрененос. Херонос. Не, ну это довольно такое, понимаешь, двоякое понятие. Можно... Я бы сказал троякое, потому что есть утконос, а есть нос. А есть еще жеконос. Дрожонос? Печально. Дрожоносец? Дрожоносец. Да-да. Скип, иди давай удобряй. Я тут уже. Завидуйте. Кому говно на базу? Иди сюда, говно. Вот оно. Иди сюда, говно. Какой ужас. Кто, Саш? Кого? Нет, ничего не было. Пират, ты ничего не опоздал. Видел, ничего не видел. Пират, ты опоздал, сорян. Сейчас будет готовка, еда. Готовая еда, готовка, еды готовой. Успокойся. Еду готовую. Вы приготовили готовую еду? О, тут кто опять второй казанок поставил вообще не в том месте.
я. Нет, хотя нет, не я. А он, они должны быть рядом с холодильником, так, чтобы можно было доставать сразу. Давай холодильник перенесем. Да ты достанешь. Надо переносить. Ты кого хочешь достанешь, как Маугли. Так, всем привет. Привет. Что делаешь? Ребят, как пора заканчивать. Рыбка из этого, знаешь? Я начинал, алло. Кончай. Тот, что кончит. Так ты же кончил. Кончай. Кончай. Что? Что? Ты же кончать должен, Евгений. Давай, кончай. Давайте. Давайте. Нате. Женя. Всем, ребят, спасибо. Простите нас за то, что мы такие конченые. Я нашел след. Я еще начатый только не вижу. Вот. Подписывайтесь на наши каналы, конечно же. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на... Не стоит. Вообще, подписывайтесь на других людей. Зачем вам нужны мы, ребят? Вот серьезно. Есть куча очень классных каналов. Такой, подписывайтесь на меня. Вот. Спасибо всем. Ставьте лайки. Всем, ребят, пока. С вами были Пират. Он же бабка-палочница. Были, то есть меня было много, ну ладно. Привет. Виталий Вульфирин. Пока. Пока, ребят, пока. И Скиф. Всем пока, пока уже. Пока уже.